Всем привет! Привет-привет! С вами канал Лазаревская Forever. Food and Travel, ребята! С вами любимые форевушки Елена и Владимир. Сегодня 23 февраля, и мы всех защитников Отечества поздравляем с праздником. Поздравляю всех, кто служил в советской армии. Ребята, это была самая мощная армия в мире. Я до сих пор с теплом вспоминаю вот эти вот года, которые провел на службе. И вот сегодня я откопал вот такой вот... Атрибут. Атрибут, да, раритетный, можно сказать. Ребята, этой фуражке уже 40 лет. Да. Обалдеть просто. Время летит незаметно. Угу. А было вроде как вчера. Да. Вообще. В общем, всех, ребята, с праздником. Всем здоровья, самое главное, здоровья. Всем мирного неба. Всем продвижения по службе. Кто служит, ребят? Да, всем. Ребята, всем, кто сегодня на боевом посту, где-то в наряде, или где-то еще дежурит, где-то в охране, может быть, где-то, да, охраняют наши рубежи. Всех с праздником, ребята. С праздником, ребята. Огромное вам спасибо. Вы защищаете нас. Да. А сегодня хотим еще показать, что нам подарили, вернее, Вове подарили на праздник на работе. Угу. Вот такой замечательный подарок. Вы, кто в сообществе уже видел эту фотографию, вот такую шоколадку, называется Владимирушка. Вова там в пилотке. Знаете, такой шоколад знаменитый Алёнушка, а есть Владимирушка. Да. Вот сейчас мы вам распечатаем и покажем. Шуршать не будем, поэтому вначале откроем и покажем все. В общем, подарили вот такой вот гель для душа. Хорошее. Можно сказать, три в одном. Да, кстати, знаете, наполнение какое? Хмель и уголь. Интересное, да, название? Хмель и уголь. Прикольно, да. Самое интересное, это вот такая вот шоколадка. Сделана под заказ. Называется Владимирушка. Прочитайте внимательно. На 23 февраля эксклюзивный дизайн. Угу. С обратной стороны написано вот тоже терпение, выдержки, воля. Угу. Вообще супер, конечно. Классная идея. Угу. Нам очень-очень понравилось. Кстати, тут написано, что 18-го года почему-то шоколад. Ну, не знаю, это, видимо, такой дизайн. Ну, да. Может быть, из армейского пайка. Да, да. Молочный шоколад. Конечно, попробуем обязательно его. Ну, а дальше мы хотим поблагодарить наших новых подписчиков за подписку. У нас интересно, у нас весело, позитивно. У нас скоро будет путешествие на море. Мы поедем на поезде. В общем, если вы любите путешествовать на поезде в сторону юга, то вы правильно попали по адресу. Это к нам, да. Это к нам. Вот. Еще хотим отблагодарить, огромная благодарность за материальную поддержку наших подписчиков. Хотим выразить, ну, просто большое-большое спасибо Екатерине Алексеевне. Огромное вам спасибо за перевод. Дарье Л. Тоже вам огромное спасибо за перевод. Ксения Николаевна К. Для котиков прислала перевод. Да, для котиков. Мы обязательно покормим котиков. Вы знаете, знаем, где они живут в Лазаревском. Поэтому всегда стараемся подкармливать. Ну и собачек, конечно, мы тоже не обидим. Так что не переживайте. Еще благодарность Анастасии Александровне. Огромное. Она нам послала на путешествие. Огромное вам спасибо. Просто всех благодарим. Спасибо, спасибо, спасибо. Угу. Ну а сегодня мы сейчас с вами пройдемся прогуляться к местам, где у нас обычно проходят какие-то праздничные мероприятия. Угу. Правда, наверное, уже праздничное мероприятие прошло, потому что мы немного проспали сегодня. Ну, нормально. Вот. Но мы все равно сходим, посмотрим и вам все покажем. Айда с нами. У нас сегодня замечательный солнечный день, минус 10 градусов. Угу. Просто для прогулок. Идеально. Для прогулок идеально. Мы вышли на бульвар имени Советской Армии и направляемся с вами к танку. Танк 34? Т-34. Т-34. Уже совсем почти подошли к танку. Видим у вечного огня караул. Мы немного, конечно, опоздали сегодня, но ничего. Посмотрим. Приехала Пермское телевидение снимает. Сегодня, скорее всего, что в новостях будут показывать возложение венков, цветов.
ветераны. Всех еще раз с праздником. Ребята стоят в казачьей форме. Первый раз такое вижу. Ну, специально пошили форма, на уральские казаки. Да. Здесь интервью берут. Флаги. Нарядно, празднично. Кадеты поздравляют всех с праздником проходящих людей. Танк у нас настоящий боевой. Возможно, что принимал участие в боевых действиях. С вами попали на смену караула. Сейчас посмотрим, вам покажем. Перекрыли движение. И вот от дома офицеров новый караул будет сменять предыдущий караул. В телевидение попадем. Смена караула прошла успешно, ну а мы с вами направимся дальше прогуляться. У нас здесь еще есть один памятник, и сейчас тоже с вами посмотрим, что там происходит. Народу много сегодня, все гуляют. В бульваре имени Советской Армии очень много памятников, ну и знаменательных мест. Прогуляемся по ним. Ребята, а это место называется Площадь Ветеранов. Это локация такая, да. Ребята, это памятник погибшим в локальных конфликтах, то есть международных таких. Памятник тем, кто погиб, тем, кто вернулся и тем, кто ждал. Поближе вам покажем памятник. Мы зашли в Чижик, пока в Чижике были, все разошлись. Свежие цветы. Ребята, памятник имеет необычную форму. Этот кубик – это как бы наш рушащийся мир, наша планета. А солдат его прикрывает собой, чтобы он дальше не рушился. А мы с вами сейчас прогуляемся по скверу имени Советской Армии. И дойдем до памятника разорванному братству. И мы вновь проходим мимо площади ветеранов. Вечный огонь, караул. Такая обстановочка. Стелла. Стелла, да. Боевой путь Уральского добровольческого танкового корпуса. Голуби. Символ мира. Угу. Видно вам? Кто-то держит голубей, это стая. Нет, мне кажется, обычные голуби. Ну да, какая-то стая непонятная. Айда дальше. Айда. Памятнику воздушно-десантным войскам и конкретно его основателю Маргелову Васильевичу. Василий Филиппович. Василий Филиппович Маргелов. Еще поэтому ВДВ называют войска дяди Васи.
Никто, да, кроме нас написано. Да, это девиз ВДВ, никто кроме нас. Вообще здорово сделано. Поближе вам покажу. Тоже цветы свежие. И вот такая сегодня у нас прогулка с вами получилась по памятникам, по скверу имени Советской Армии. Бульвар Советской Армии, он поэтому так и называется. Здесь очень много военных памятников, ребят. Надеюсь, что вам понравилось. И раз уж сегодня такой праздник, мы решили сегодня приготовить какие-нибудь вкусняшки дома. Да, сейчас все увидите. Идем домой, готовим что-нибудь вкусненькое на стол. И вот, ребята, мы уже дома, и я готовлю наш вкусный ужин. На ужин решили приготовить горбушу. Обжариваю морковку с луком. Добавлю кусочки рыбы. Рыбку зальем вот такими сливками. Добавлю специи, соль. Скорее всего, что травы итальянские. Вот такие у меня итальянские травы есть. Еще добавлю немного соевого соуса. Добавила, в общем, специи, сливки. И вот в таком виде отправляю в духовку. Минут на 30. Еще хочу приготовить мидии в сливочно-сырном соусе. Возьмем вот такой сыр для супа. Я думаю, что он расплавится у меня. Тоже вот такие же сливки из магнита. Ну и давайте будем готовить. Еще мне понадобится масло, сливочного чуть-чуть, немного подсолнечного и чеснок. Масло взяла напополам, сливочное и растительное. В масло добавила чесночок, он немного обжаривается, и добавляю сливки. Сливки прогреваю, и уже к сливкам я добавлю сыр, натру его на терке. Добавила сыр, и сейчас ждем, когда он расплавится. И уже в эту смесь можно будет добавлять наши мидии. Мидии варено-мороженые, уже готовые, их остается только прогреть. Также добавила итальянские травы, они будут здесь не лишними. Солю, конечно же, адыгейской солью. К сливкам добавила мидии, сейчас прогреем. Аромат, конечно, чесночный в основном, ну и травами пахнет. Прогреваю минут 5-7, и наше блюдо уже будет готово. А вообще, конечно, так хочется уже в Сочи и поесть наших любимых мидий в том яме. Откроем обязательно сезон в Сочи мидиями. Вот эти мидии в сливочно-сырном соусе очень-очень вкусные. Обязательно попробуйте такое блюдо, рекомендую. И сегодня приятного вам всем аппетита. А еще хочу приготовить порционный салат «Рыбка». Он будет с филе горбуши, которую я солила еще на Новый год. Первый слой у нас вареный картофель и капля майонеза. Второй слой у нас морковь вареная и капля майонеза. Третий слой это у нас вареное яйцо на терке натерла и капля майонеза. И завершающий слой это наша красная рыбка. В моем случае горбуша, но также можно положить сюда и семгу, и форель. В общем, все, что захотите. Всем приятного аппетита! А я украшу еще зеленым лучком. Пока готовила салат, мидии, подоспела и наша горбуша. Также сделали пюре. И вот наш ужин сегодняшний праздничный готов. У нас салатики, горячая закуска мидии и у нас пино гриджио сегодня из чижика. Всем приятного аппетита! Всех с праздником! Всем мирного неба над головой, ребят! Сегодня в этом видео попрощаемся с вами. Всем удачи! Всем здоровья! Всем пока-пока-пока!